Всем приветики, еще раз. Как сделать браслетик? То, что я сразу не сделал. И получилось у меня. Отламываем от нашего кубика 3 штуки. Соединяем с теми 3 штуками, которые у нас уже есть. Берем наш вот этот вот. Соединяем между собой их в такую длинную линию, наши шарики. И, ох, как это непросто, оказывается, оно все друг к другу. Вот, соединяем вот так, а затем соединяем вот так. Все, браслет. Ну, такой больше, для девушек подойдет, наверное, чем для парней. Для парней, наверное, лучше квадратный, наверное. Но квадратный так круто не будет лежать, как из шариков. Ну, то есть он не закруглится так, а шарики запросто. И он легко соединяется, легко разъединяется уже потуже. Соединить-то, вот как он тяжело рассоединяется, а соединить просто отпускаешь, и он сам магнитится. Вот. И в любом месте можно разъединить и соединить. Даже можно, вот он, допустим, лежит. Так, сейчас. Ты просто наклоняешь, и все, и он просто магнитится сам. То есть вот как-то так даже. Если положить, то... Опа, он сам соединяется, блин. Прикольно. Такая вот штука. Такой вот крутой браслетик. Из неодимых магнитов. Как они там правильно называются? Так, как это? Неодимовых магнитов. Вот, как-то так. Вот, это все, что я хотел показать. Именно то, как сделать браслетик. Из 30 шариков и 6 кубиков можно сделать браслетик. Хотя у всех от руки зависит. У кого-то, может, рука маленькая и хватит 30 шариков без всяких лишних кубиков. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.